Сегодня 3 июня. 3 июня уже повторила. Вот у нас такая погода. За окном где-то 5 градусов. Вот, все в одежде. Хотя зеленые листочки, но ощущение, что осень у нас. Вот. Мне нравится, у нас около дома вот такая детская площадка. Тут играют в футбол дети. Она качественно сделана. Вот у нас уже не какой день, вот такая пасмурная погода. И постоянно капает, постоянно какие-то дожди. Вот. Я пока на работу не вышла, я выхожу с 10 числа. Мне до 10 числа нужно выйти, узнать насчет нюансов работы. Ну, как мини-стажировку такую пройти. Вот. Себя сейчас показывать не буду, потому что не прибрано. Вот, видите, вон вдали залив, вдали корабли. Но отсюда плохо видно. Вот, покажу, что сегодня. На сегодня, наверное, снимать уже ничего не буду. Хочу. Так, выход, когда нету что. Что приготовить? Вот у меня картошка, я сварила в мундирах. Сейчас она у меня стынет в холодной воде, я ее почищу. Вот. И дальше вы увидите, что я с ней сделаю. Так, ну вот смотрите, я почистила картошки, которые были в мундире отварены. И почистила и порезала луковицу. Вот, уже разогревается сковорода. Вот, и я сейчас обжарю лук. Так, обжарю лук. Что будет дальше, вы увидите. В сметанном соусе просто добавила несколько ложек сметаны, обжариваю лук. Вчера я тут поджаривала подливку из помидор, из лука. Мыть я не стала, потому что она вчера вечером, сегодня утром я уже делаю это, чтобы было вкуснее. Конечно, сковородку можно было помыть, но вчера была подливка вкусная. Вот тут еще осталось масло, и чтобы зря не расходовать, я вот поджариваю с сметаной, ну, лук в сметанном соусе. Вот. На умеренном огне, на пятерочке. Так, я добавила сюда в поджарку, добавила колбасу. У меня, потому что закончилось все, надо будет идти в магазин, а ужин мужу надо быстренько сготовить. Поэтому я в сметанный соус добавила колбасу и ее обжарю с нескольких сторон на медленном огне. Теперь высыпала картошку сметанно-колбасную смесь луковую. Вот. И теперь пообжариваю к кругляшке картошки. Приятного всем аппетита! У меня дальше продолжает все тушиться, шкварчит. Это ужин не диетический. Я, может быть, съем одну картофелину отсюда. Но это выход из ситуации, когда в квартире только колбаса, картошка. Можно что-то придумать. Вот, у меня муж непривередливый, и это очень вкусно. Вот, это очень питательно. Хотя и жирновато. Но иногда, как выход из ситуации, можно использовать. У меня была зеленушка, вот, я посыпала блюдо и смогу подавать его мужу. Картошечка чуть-чуть поджарилась, колбаска зарумянилась, вот, и потом расскажу ваше мнение своего мужа про это блюдо. Я считаю, выход я,
Вот, увлекаться, конечно, жареной колбасой не стоит, но на быструю руку почему бы и нет. Все это заняло. Я помыла картошку, поставила в мундирах, она сварилась за полчаса. Потом я поставила ее остывать. За 15-20 минут она остыла в холодной проточной воде. Вот, потом почистила, поджарила. То есть, в принципе, не так много времени ушло. Всем приятного аппетита. Вот, жирненькая, конечно, не диетическая. Всем приятного аппетита. Питайтесь полезно, питайтесь вкусно, питайтесь комфортно. У нас вот творится вот такое. Оно резко началось. Вот, все по окнам течет. И сейчас начнет успокаиваться. Вообще, во. Надо закрывать окно. Вот такие дела. После такого ливня у нас вот такая благодать. Чтобы вы понимали, у нас сейчас уже почти 8 вечера. У нас белые ночи. У нас также светло. Чуть-чуть потемнее без солнца будут ночью. Ну, солнце. Вот у нас белые ночи. Продлятся до конца июня, если я не путаю. Вот такая красота.